что, Рамирес был? Похоже, пора. Нормально. Не думаю, что Мэн обрадуется. Вон, допустим. Так, ну теперь надо этого. Охранник, короче, как-то вырубить, я не знаю. У меня есть маховая стрела. Все, отлично. Куча подвала. Так, ну ладно, лежи здесь. Что, не работает? Я думал, будет работать, короче, типа это, ну, отключится. Так, ладно, хрен с ним. Ключ. Чего? А, вот от этого, наверное. Угу. Потом, наверное, вот от этого. Вирус. Рапута, смотритель северного квартала Шейлбриджа, нового рынка и нового квартала. Бои без правил, ростовщичество, шпионство. Организация насчитывает порядка 20 подручных, 50 личных громил и стрелков, связан с Шеменовыми. Вебстер, смотритель доков восточного порта, дневного порта. Взломщик, чердачник. Услуги по прикрытию и снятию чужого прикрытия. Чеканка, фальшивые монеты. Контрабанда. 12 подручных, 60 громил. Больше 20 человек на контрактной основе. Крепкие связи за рубежом. Виктория. Независимая перекупщица. Раньше работала на Рапута. Занимается преимущественно экзотическими вещами, целебными зельями. Похоже, работает одна. Имеет связи с мелкой знатью, великой библиотекой и орденом виноградной лозы. Возможно, метят смотрители. Доркас Гудфеллоу, посланник подпольной гильдии Блэкбрука, контролирует ввоз магических артефактов, целебных зелий и кристаллов стихий. Какой-то трэш написан. Так, что здесь? Уиллоби Брайт, карманник с каменного рынка, пятый раз зажимает плату. Не стоит беспокойства, а публичное вознаграждение за поимку 200 монет. Гаррет, оу, про нас. Независимый вор из Южного квартала, трижды отказал в выплате доли. Куинс и Джеку посланы пришить его. Ага, вот эти два гопника, короче, Куинс и Джеку, которые убили Паркуса. Каприз владыки и горный дом. Проверить Рапута — это его? В любом случае, кто-то не ставит в известность того, кого положено. Короче, Рамирес тут вся пупом земли, короче, считает. Что было? Это, наверное, колокол. Так, ладно. Идем, короче, к этим бурикам, посмотрим. У нас тут с буриками. Эхо. Ну, я, в принципе, не хочу их убивать. Так, а что будет, если я... Ладно, окей. Тихо. Что пришло в голову держать таких домашних животных? Понятно, здесь сделать нечего. Все, валю. Валю от Седова. Есть целебное это? А что, у меня целебные нету штуки? Я что, не брал? Так, окей, ладно. Через подвал, получается, мы не можем уйти. Ну, идем, короче, через главный вход. Мы же все выполнили. Теперь надо только свалить.
Ну, идем, короче, сваливать по той дороге, по которой мы пришли. Да? Да. Так. Вот. Эх, стоит, втебать. Это нормально? Может, нужно просто уйти отсюда? Они не выглядят очень дружелюбными. Да, просто уйдем отсюда. Мысли. Выберитесь в безопасное место, свой квартал. Это как? Чужай! Иди нахрен. Я просто убегу от тебя. Да ни хрена себе! Народ! Они, оказывается, смотри, по городу меня рыщут. Ох ты, офигеть! Офигеть их тут, офигеть! Свали с дороги, падла! Это нормально или как это? Как это вообще понимать? Офигеть их тут! Так, у меня есть вспышка. В смысле я их не оглушил? Вот это меня, я не понимаю вот этого. Вот это... Да уйди ты с дороги! Выбьем ему все зубы. Короче, кобздец. Это ни хрена не нормально. Свой квартал, говорит. Свалить. Где мой квартал? Что-то ни хрена не это. Не это, не того. В каком здании? Хрена их тут, ты смотри. Где мой квартал? Я не понимаю. Открывай! Давай сюда, трус. Все. Короче, в какую-то канализацию я свалился. А. Я здесь уже был, да? Получается. Ой, ладно. Безопасное место, свой квартал.
дом. Это мой дом, да? Так, ну допустим. Почему не показано, где я? Да в смысле? Ты как меня узнал-то? Где я? Чё это здесь? Я нахожусь-то. Лёха, вот уроды. Ой, а это что такое? Не открывается? Ну ладно. Ну и ладно. Где выход? Где, мать его, выход? Безопасное место, говорит. Мне надо к дому, получается. Почему на карте не показано, где мой дом? Какая-то жесть. Что здесь никого? Или мне надо всех, короче, по... Где я вообще нахожусь? Это заводы. Почему на карте не показано, где я? Я вот этого не понимаю. Сюда идет. Сюда идет. Леха, он там один, не один. Допустим. Все, я в домике. Говорит, безопасное место, свой квартал. Все, я в своем квартале, не? Бляха. Ходят. Ходят. Там ходят. Везде ходят.
Дом, нижний город, новый рынок, старый квартал, верхний город. Еще жесть какая-то. Вот тебе погуляли по городу, бляха. Собака. Вор! Вор! Может, мне на крышу куда-нибудь залезть, я не знаю. Гаррет, в каком квартале ты живешь, мать твою? Лех, ты смотри, сколько их тут. Блеха, блеха. Тихо, 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 тихо. В смысле ай? В смысле ай? Да ладно. Я так хорошо там всех пооглушал и не сохранился, что ли? Что за дичь-то? Что, мать его, за дичь? Что я творю? Бляха, в жопу мне прям стрелой. Я не знаю, что делать. Всех оглушать. Так, минус один, хорошо. Тебе придется попотеть, придурок. Давай, стреляй в меня. Ты что дергаешься? Так. Ну что это еще? Мне, короче, смотри, весь город подняли на уши. Тебе придется попотеть, Да ты задрал! Фиг ли с тобой потеть-то? Ты-то все, что дергаешься? Ой, жесть, а? Где он, лестница наверх, может, не туда надо? Бляха. О! Я его вырубил. Я думал, нет. Я думал, он сейчас опять скажет, типа, это, тебе придется попотеть, придурок. Так, ладно, погоди-ка. Здесь что-то у нас. Ничего здесь нет. Так, ну здесь я уже был.
Чужак, мне что, должно быть больно? Да, да, тебе должно быть больно, ты должен упасть и плакать. Где выход от Седова? На. Что их так много-то? Просто их тут немерено, этих идиотов. Пипец, там еще целая куча. Бляха. Говнюк. Вот я здесь, получается. Вот отмечено, да? Я здесь. Вот сюда мне надо, в дом, к дому. Значит так. Короче, понять. Эти, надо понять траекторию. Это будет интересно. Ничего интересного. Так, где я? Вот, нижний город. Допустим. Оп. Так, не туда пошел. Я туда пошел. Бляха, не туда побежал. Вот как по этой карте ориентироваться-то, бляха? Ну, я до тебя доберусь, маленький блин. Как вы меня задрали. Че я все на одном месте-то кручусь? Это был твой последний раз. Во! Тихо, нижний город. Надо искать дом. Я здесь уже был. Так, здесь вода, вода. Как-то надо. О, что-то у меня уже спина затекла. С этим гардом. Аллилуйя, бляха! Аллилуйя! Отлично. Да, побег вообще с квартала какой-то жесткий был. Окей, что у нас там по статистике? Час, 13 минут мы убили, короче, на эту локацию. Так, 2305. Не все собрали. Не все карманы у нас обчищены. 10 замков скрыто. Окей, нормально. Нормально. Окей, друзья. Все, на этом заканчиваем. Вот. Продолжим уже в следующей серии. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий, всем пока.